Алло, я вернулась. Вот что случилось. Я устала от прошлый канал. И у меня были там видео персональные с моими друзьями, классниками. И но я люблю вас, мои русские служители. Значит, я решила, что будет легче для обе нас, если у меня просто был другой канал. Просто откровенно для русских видео, где я читаю, разговариваю, пею, и так далее. Если вы видели, я уже два подставила прошлые, которые мне нравились. И я думала, что для моей первой новой видео на этот канал я могу переделать самое первое видео, когда я говорила на русском, когда я прочитала «Кони привередливые». И для этих служителей, которые видели это видео, дай мне одну вещь сказать. Сейчас у меня волосы сухие, чистые, хорошие, длинные тоже. И об этом я больше никогда не хочу слышать опять. Договорились? Спасибо. Значит, начнем. Владимир Высоцкий. Кони привередливые. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленные кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Ну что-то кони мне попались, привередливые. И дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони. И в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони. Хоть немного, но продлите путь к последуемому приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не указывайте вам кнуть и плеть. Но что-то кони мне попались, привередливые, и ложить не успел, не дожить, не допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели. В гости к Богу не бывают опоздания. Так что там ангели поют с такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыдания? Или я кричу коням, чтобы не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас вскачь не лететь. Ну что-то кони мне попались, привередливые. Коль дожить не успел, так хотя бы допеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Ну вот. Ну, кстати говоря, Владимир Высоцкий, самый любимый российский артист у меня. Ну вот,
Простите ли мои ошибки? Я еще спотыкаюсь. Ну, потому что я пошла в прошлое лето в Россию. Я немножко лучше говорю, чем обычно. Ну, вот что я хочу вам делать. Я чувствую, вы мне полезный критицизм оставляю. Я чувствую, вы оставляли меня хорошие вещи, критицизм, как сказать, suggestions. Ну, видишь, у меня очень много учиться надо, много тренироваться, но в этот раз я буду. И если вы хотите, чтобы я песню, сказку, поэму прочитала в следующем видео, просто скажи мне, я пытаюсь это для вас сделать. Ну, вот. Спасибо. До связи.